Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередной роллинг уже на 77 тысяч самоцветов. Гильдия очень вам знакомая. Аккаунт моего подписчика Алексея. Гильдия Синдрия. Вот так вот она смотрится. Вы уже ее видели. Приглашает адекватных, активных, целеустремленных ребят. Сервер Android. Босс 3 21.00, босс 5 21.30, атака фортов 12. Первые места занимают БГ, первые места. Факела фулл 20.45, 20.52. Чат WhatsApp. Гильдия 12 уровень, сокровищница 5. От вас требуется посещение всех событий гильдии, то есть битва гильдии, атака фортов там и прочее. Адекватность, взносов нету. Помогают в каких-либо вопросах, короче, решают дела, набирают, составляют пачки на лаву, дружелюбный общительный коллектив, пропуск БГ и АФКИК. Пишите в ЛС, WhatsApp 795-056-42-844, либо кидайте заявочки. Так, нам сегодня надо выбить Асуру, Повелителя Бури, Седну, Ронина, Бигфута, Афину, и я думаю, мы это частично исполним. Ух ты, ничего себе. 787 тысяч кгшек, 90к, плюшкин, короче. 226 тысяч силы. Так, смотрим, что у него тут пройдено. Аджей не пройдено. Подземки. Кошмарки шестые. Только начал. Понятно. Побежали, посмотрим алтарь. Тыковка топовая. Надо талантик, отлично. Аккаунт бездонатный. Горгул, отлично. Нормально, нормально. Вообще огонь. С таким уже должен был, наверное, седьмой пройти. В принципе, стрелок топ, ворожей топ, Фрея топ. Да ладно, с такими героями уже давно надо было седьмой фармить. Хранитель я бы не качал стойкость. Так. Просто огонь. Как для бездонатного аккаунта, очень-очень приличные таланты, герои есть. Дракон даже есть. В общем, просто огонь. Так, я хочу ролить, как обычно. Оля, надо выпить Асуру. Если выбьем Асуру, это будет вообще огонь. 76к. Ну, надеюсь, надеюсь. Седна, Ронин, Бигфут, Афина. В общем, до хрена всего надо. Поехали. Так. Начало. Кенди. Снайперов нам подкинули. Влад Дракула. Купидон. Хранитель. А падает Танихар. Неплохо, неплохо. Так, легенды одержимой. Смотрите, что делается. Кенди. И все. И все. РТшка. Одно знаю точно, слизней набьем. Надеюсь, и героев тоже. Так, снова Зила. Давайте до 60. Тыква. Ну, что такое? Рандомчик. Это просто жесть какая-то. Та-т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 а. Люблю тратить чужие самоцветы быстро. Малышник. Фрэнки. Да ладно. Рыцарь тьмы, укротитель. Медуза. 24к, Снузила, Рино. Это все есть, ребята. Сердцеедка. Просто такое чувство, что тупо падают одни и те же герои. Как забиндено просто на этом аккаунте. Химера. Да ладно. Это просто жесть. Ужас. Для моего аккаунта это, допустим, было бы нормально, терпимо, но у меня так никогда герои не падали.
Плохо, я имею в виду. А я смотрю, что-то последнее время на некоторых аккаунтах как просто тупо не прет. Вот. Просто тупо не прет. И Седна уже есть. Поздравляю, недостающий герой. Ой. Да. Поехали дальше. Душегуб. Заклинательница. Ну, я не помню, она у него есть. Ниндзя. Однозначно ему не нужен. Тесса. Бигфут. Второй герой, блядь. Поздравляю, отлично. Я считаю, это уже почти успех. Это уже успех. Два героя есть. Надо еще Афину и Асуру достать. Фея. За фею, по-моему, коробку дают. Череп. Купидон. Да, хорошая гильдия. Любят ребята копить самики. Гаргул. Призрачный. Ну. Кенди Тесса. Да что такое-то, а? 14к осталось. Как я люблю тратить быстро самики. И где, блядь, легенда? Ну, Валя, зачем ты нам нужна? Дед Мороз, Медуза. Фрея, блядь, опять Фрея выпала. Да это ебаный пиздец какой-то. Ну, тут она у него, конечно, есть, но и опять она здесь выпала. Блядь, эти фреи меня уже задрали, честно говорю. Еще один Бигфут. Заебись просто. Просто заебись. Я думаю, он будет рад этому всему. Собрать. Вот, ребята, сколько надо копить. Надо копить по 1070. Красавчик. 70к, конечно. Долго, упорно он копил. Ну, два Бигфута и Седна, заклинательница, повторка однозначно была. Давайте пооткрываем. Заберем награды. Было бы неплохо сейчас еще, блядь, пятую ремку отсюда вытащить с прайма. Либо психощит. Но лучше, конечно, наверное, ремку, потому что он без донат. Так. Так. Блин, ну Фрея падает. Сволочь. Смотрите, у него три стрелка, еще один Анубис. Так, использовать, окей. Бигфутик один есть. Окей. Ну, неплохо. Даже повторочку выбили. Ну. Сука, Бастион. Ну, что-то атакующие таланты падают. Сволочи. Вот так вот. Поехали. Откроем коробочки. Так, тут у него смена, ну, откроем коробки. Нажива. О, наживу можно тыкнуть на первое время сегодня. Сейчас посмотрим, чем она у него упала вообще. Так, Бигфут ожива. Железная воля. Херня, по сути. Бум. Корка. Пятая стоит. Череп. Даже не знаю, кому тут корку пристроить.
Пранки с ожогом. Воронина не вижу. Так, ну тут есть еще черепа, смотрю, можно черепу кому-то тыкнуть. Так, стойкость, разброс. Вот сюда поставим, пусть будет. Так, ну блин, дай топовый талант, сука. Опять разброс дала, ну. Ну разброс, я думаю, надо будет попробовать на ком-то таком. На ком не знаю. Пока не знаю, честно говоря, ребят, разброс. Знаю, пусть сам подумает, кому он хочет разброс. У него, в принципе, герои тут неплохие собрались на аккаунте. Душек уже вкачанный. Блин, его знает. Под архидемона, может, ему кто-то нужен будет. Так. Блин, классный аккаунт без доната. Вообще огонь. Череп. Может, черепа с разбросом захочет сделать, как вариант, кстати. А, не, есть у него же, мы смотрели. Больше не знаю. Оставлю пока на смене. Пусть будет. О, в общем, такой вот, ребята, роллинг. Диндонить даже не будем. Не будем терять ему невинность. Возможно, когда-то будем еще ему ролить. Тогда смысла просто нету. В принципе, все, что надо, достали. Асуру, конечно, мы не достали, но зато достали охрененных героев. Еще раз, гильдия Синтрия, кидайте заявочки, вступайте. Гильдия очень активная, особенно на роллингах. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Поехали дальше. Всем пока. А я поехал дальше.